Всем привет! С вами Лара Шум. И я хочу рассказать вам историю этого автобуса. Я очень часто езжу мимо него на велосипеде и все время думала, чем же он меня цепляет. Неужели вот этими вот раскрашенными картинками? А потом поняла, что этот автобус напоминает мне нас, взрослых людей, когда мы с вами, раскрашенные снаружи, пытаясь всем что-то доказать, какие мы лучшие, какие мы замечательные, крутые ребята, пытаемся за счет внешнего не показывать нашего внутреннего. Мы боимся своих мыслей, мы боимся себя, мы боимся истинного себя показать людям, и поэтому у нас получается вот это разрушение. А ведь у каждого человека, как у этого автобуса, есть предназначение. И если мы с вами не идем к нашему предназначению, если мы с вами не хотим этого делать, когда мы изменяем сами себе, то тогда мы будем внутри вот такими. Но внутри каждого из нас живет вот такое замечательное чудо. Вот такой внутренний ребенок, которого мы боимся показать миру. Социум. Мы зажимаемся из-за социума и ничего не делаем для своего предназначения, для своих желаний. Мы боимся повернуть голову вправо, боимся повернуть голову влево. Потому что мы думаем, а что же о нас подумают другие люди, да ведь? Что они о нас подумают? Когда вам в голову придут мысли, а что обо мне подумают другие люди, вспомните об этом автобусе. Ну что ж, я не буду вас ни к чему призывать. Это было такое философское видение, то, что мне навеял вот этот автобус. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Желаю успехов, удачи и расскажи об этом видео своим друзьям. Пока-пока. С вами была Лара Шум.